Кембрия является загадочным вымершим родом членистоногих из Среднего Кембрия. Его останки были найдены в Бёрджесских сланцах Британской Колумбии и Канада. Известны 54 образца гобелей из большого филопода, где они составляют 0,1% от всего животного сообщества. Галихондрит является моноспецифическим родом губок, известным из Среднего Кембрия Бёрджесских сланцев. 7 образцов галихондрита известны из большого филопода, где они составляют менее 0,1% от всего животного сообщества. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании, ждите выхода новых видео и поддержите проект.